Так, ну что, все готовы? Ага. О, конечно. Ну, понеслась тогда. Надеюсь, с сохранялками там все нормально будет. А то как в прошлый раз. Не толкайся. С каких пор военные вместе, они же встают сами по себе. Так, надо этого взять. Надо, вот так вот сделать. Так, у меня патроны дробовик закон. У тебя так. Как ты это делаешь? Ну, в смысле, донат? Чего? Ну, электрическая же. Я же донатил. Вы вообще туда ломитесь? Вот на вот. Да, вот там наверху, там есть батарейчик. У тебя такой звук, будто ты, не знаю, лазерным мечом махаешь. Может, электрическая? Так. Ну все, этот. Чего, вагонетку оставили, да? Ой, вот этого я не люблю. Граната есть у кого-нибудь? А, у меня нет ни вообще. А, по-моему, в ящиках есть. Гранат нету, но есть другая хитрость. Надо обойти кому-нибудь сагрить. Да. Все, добро. Так. Взрывозащитные двери. Так, наверх. А, думаю, это там мины. Не, это нам не туда вроде, нам вот сюда. Ну как? А что-то те мины там делают? Открывай. Так. Вот тут тоже мины. Отойди, сейчас зару. Поздно. Так, он умер. Не пойму, он от рельсов или от взрыва? Рельс. Ну-ка. Я застрял, ё-моё, умри. О, ракета. Кстати, мы там же в самом низу были, помните? Ох ты, блядина, да. Снизу. Ну туда идем, ну-ка дверь. О, не, так сейчас. Подождите, стоп. А что это за знак толпа? Вот чекпоинт. Да? Ты отключил сервайвл? А, бля, подожди. Нет. Так, все готовы или нет? Не, подожди, это да. Это ебаный кант. Ну, до сотни что. Вот. Все. Так, пригнитесь тут только. Так. Мелко еще. Пою, какого? Сагрилась, походу на нее. Главное, что дорогие. Так, вон еще одна. Готов. Так, у меня... Да готов он. Что, пойдете проверять? Стой. Давай. Еще одна. Так. Ё-мо, это какого? Так, все. Тут патрончик. О! Веревка. Кто-то повесился, что ли? Тоже веревка. Вы там не перевешаетесь, наверное. Скушала бы тебя сейчас. Че, все? Да. Ага. Так, у меня вообще патрона нет. Че, так. Ёбаный насос. Что... Кому патронов? Погодите-ка. Так, у меня... А, мне дабы на дробовик и на револьвер. Ну да, я тебе админ, что ли? Так, подожди. Размечтался. Ладно, пой. Че ты вычинил? Стулет. А там же есть, по-моему, клавиш, которая передает именно патроны. Да нахуй. Вот, блядь, отдай ему патронов. Ты еврей, блядь, я же это. А, ну полностью оружие выкидывают или. Не, там есть какая-то клавиша, которая именно. Вот, амула. Да, ну не вот. Наш. У меня на аж стоит, а не в пизду, короче. Лампы, да? О, у меня на револьвер есть три патрона. Так. О, вот это я не люблю. Ух ты! Меня снесло. Вы можете меня еще оживить, наверное? А может быть. Давай, оживи ты где-то. Я прям на этой лежу, на паровозе. Да? А, тебя начал. А, нет, ты там. Ну, подними. Я верну его. Так, кто резнул? Ну-ка, подвиньтесь. Блядь, меня резните. Так, стой. В смысле, это тоже, что ли? Ну да. А ты... А, все нормально. Так, аккуратнее, там растяжка же. Я вижу. Блядь. Че, сойдем или как? Да разнесите ее к хуя. Сейчас. Автомат мой, ну-ка, в пизду, я без оружия.
Так, у меня 6 на пистолете и 30 на автомате осталось. Так. Так. Ёба, стоп, стоп, стоп! Так, справа пусто. Сейчас тут нас примут, скорее всего. Да. Бронепоезд. Так, шлагбаум, он поднимается там? Вот это мы четко. Может, сойдем? Проехали. Согласен. Так, подожди, а тут нет открывашки. Значит, свободно. Открывашка, скорее всего, дальше. Так что... Смотрим, давай. Да нет, нет. Вот, по-любому где-то тут открывашка, пацаны. А, нет, так. Тут даже другие рельсы и другая вагонетка, вон я ее вижу. Наверное, не надо. Согласен, но там есть налево проход наверх, сходите разведайте, пока вагонетку выгоню. Ё-моё, ты, блин, меня сейчас... Тут на меня уже охота началась. Ё-моё. Что это за ЕПХ? Ты умер? Патронами. Я как умер. Там? Разнесло к хуям? Сейчас нет. Я поверну. Я патронами только. Если так, спасибо. Так что есть под патроном тут? О, на дробаш. 4 патрона. О, а у меня одна это. Там зарядка для костюма есть наверху. Да. Так, а вот. Рычаг. Я зарядил. А, вот. Вагонетку открыли. Все, погнали? Спрыгайте. Так, все с ванной с ним. Да едай, я взял свое. Так, 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 так. Ну-ка. Ну, нормально. Все. Едем, едем, едем. Блять. Я машинист, и я, сука, безоружен. Ладно, я могу прятаться за это, например. О, точно. Сейчас. Спасибо. Все на полном. Так. Входим в опасную зону. Походу. Машинист прячется. Грязно. Очень грязно. Назад. Машинист делает прикрытие. Так, минус один там. Машинист сейчас за пулемет сядет. Давай. Главное, чтобы тебя с пулемета не сняли. Блять. Ой, передник. Блин, у нас тут перестрелка жесткая, я не вывезу, скорее всего. Да тут граната нужна. Не, я не вывезу. Сейчас я обойду. А я его вот пробиваю, вы его влево отвлекайте. Ёбай, я завис на лестнице. Налево его отвлекайте. Сейчас. Он... Все, он а я его готов, так заберу. Готов, готов. Готов? Да. А тут есть рычаг. Так, подожди, сломаем. Поищите припасы. Тут есть хилочка. Так, жалко, что направо повернуть нельзя. Я бы припарковался. Направо. И можно остаться тут. Жить, да? Так, чё? Ну. Фури, а давай догоняй. Так, где? Поехали. Приседай. Чё? Да ничего, ничего. Ты что, так, что? Сейчас будет подъем. Так, господа, предлагаю... Так, справа. Предлагаю отправить там? Телегу. Отправить телегу. Отпу... О! А, сейчас, сейчас. Телега пусть сама едет, а мы в лифте. А, нет, она сама, кажется, не поедет. Да, вот так, наверное, она заедет сейчас и начнет подниматься. Нет. О, нормально. Вот, она пошла на подъем. Вы что делаете? Сорян. Минер ее. Не ту кнопку нажал. Вы хотели бомбу им отправить, наверное? Я уже отправил. А, ну ладно. Поехали. Только без оружия. Напоминает наш лифт, да? Напоминает. Так. Не, наш медленнее как раз сбился, гораздо. Да можно было и быстрее, чё? Так знаешь. Ну-ка, чё там? Батарейки. А так, там чё? Лестница. О, подствольная граната. Только у меня нет подствольной. Да, у меня вообще ничего нет, у меня одна монтировка. Блин, мне бы на дробовик и на... и револьвер бы мне. Так, наверх вот есть лестница. Погнали. Опа, вот и наша... Ух ты, блин. Сейчас будем играть в перескочи поле. Ну ладно, время. Ох. Стой, 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 стой. Так, стой, пацаны, надо разминировать. Ты щелкнул, ты щелкнул. Ага, ты щелкнул. Разминирование. Сапер. Разменю. Тихо. Так. Я не помню, нас тут унесет, если мы... Унесет.
Блин. Пацаны спереди. У меня по нулям. На час. Ясно. Че, умер? Да, я развалился. Сейчас я принял. Ох, нихера себе! Он с подствольников дал по мне. Я прям на панели лежу. Я чуть не в самом начале. Ё-моё. Я тоже. Ай, блин! Я там, где выгонят. Самая дурная смерть, у меня разбил этот ящик. Я это, за тобой бегу, если чё. Чё, мы все там? Ну, нас подствольников раскидало. Ай, ё-моё. А куда, кстати, бежать-то? Зато патрон полностью. А там шлагбаум забыл. Ориентируйся по шлагбаумам. Так, стой. Куда? Кто? Где? А. Да, блин. Да, вот тут мы поднялись. Вот тут мы поднялись. Тут мы лифт призвали. Опа. Съем. Так, а с ним-то меча нет. Так, сейчас надо или фурика подождать, или лифт ему отправить. Догоняй. Значит, я в обратную сторону пошел. Ну, быстро ты забежал. Давай, врубай. Шустрый. Быстрый. Подожди, а почему на лестнице нельзя было? Почему внизу не было лестницы? Смотри, тут и все! Чё? Там замес внизу. Убили нашего, убили нашего. Тут один просто меня. Пацаны наши гасят! А, ты куда побежал? Давай, Леша. Поднимай. Может тут есть что-нибудь? Нету? Ё-моё, просто сидит. Секретка, все, да? Так, кровная, ну, секретка. Сейчас. Вперед по туннелям. Так. Так, все. Здесь не... тактично, логично, но больно. Так, а мы тут всех раскрыли? Почти. Так, сейчас. Что-то задел. Не хочу приседать. А нельзя было просто присесть? Так, а, ну, можно? А, к счастью, это, включите эту. Да, я сейчас включу. А, давайте прокатитесь сейчас. Что? Как говорю, так. Поехали. Ох. Обожаю транспорт. Так, куда? Я встать не могу. А, не могу. А, могу только кнопку. Посмотрим, что сзади или нет. Оба-на, турельки. Можно? Так, аккуратнее, аккуратнее, турельки. Я сейчас приду. Да ёбаты. Тут развилка какая-то, ребят. Ты чё? А, ты назад? Ну-ка, мы можем назад? Нет, нет, там не. Нас утягивает. Да хрен на это электричество. Подожди, я так. Ну, пока сходи на разведку. Так, подожди, надо похилиться. Угу. Тебя где-то все зацепило. Тут какой-то спуск. А я же говорю, я же умер, у меня полтинник от него. А, нет, я туда не пойду, там вообще полный пиздец. Давай, а то сейчас тебя убьют, еще искать тебя. Вот-вот-вот. Ай. А, так мы вроде бы... А, нет, смотри, сейчас мы кружок сделаем и как раз туда попадем. Ну да. Ну ладно. Вроде. Приседайте все и пролетаем. Так. Легко. Надеюсь, сейчас не будет гранатометчиков. Ага. Вспомнил. И вот оно. Пацаны. Сейчас я его вырублю. Так, что тут? Ну, патрончики. Отлично. Все. Тут. Я аж обосрался, я думал, у меня опять... Я же взял. Ребят, стой, ребят. Стой, стой, стой. Ёлки, ты, что ты? Тихо. Электрофикс 2. Так, тут можно переключить? О. А, блять, я управление потерял. Сейчас, секунду. Так. Ничего. Нихера оно тут гуляет. Так. Так. А, пацаны, не серчайте. Так, куда? Куда рванем? Ну, ну все, прямо. Прямо. Даже пистол. А справа. Там а справа. Да, вон... А, все, понял. Теперь. А можно было, блять, переключить. Так, что-то есть. Так. Тут что-то. Так, а тут мы упадем? Нет? Тут мне сейчас, кажется, ну. Подождите 5 секунд. Вызвать платформу, что? Пацаны. Нужно. Сейчас. А, у меня нет этой штуки. Фу. Так. Я думал, я упаду. Там растяжечка. Сейчас. А, не, внизу. Фу! Платформа тихо, сломанная. Тихо, тихо. Это тупик, аккуратно, я спускайся. С вами, я с вами. Опа. Так. И ты тоже тут аккуратно. Все, отлично. Так, замяк сзади. Сзади! Засада. Так, о, граната. Отлично. Так. Че, все сломаны? Тут сломанные рельсы, ёб твою мать. Ну, получается, пешком надо топать. Аккуратнее. Блин, все равно... Ёмы!
Я ничего не трогал. Я ничего не зацепил ее. Так, сейчас. Ой-ой-ой, впереди пулемет. Пулемет. Вот а у меня же граната есть, я сейчас. А подожди, кину. Ящики не ломай. Обойдем его. Какого хуя? Уже. Ну-ка, Фурик, иди сюда. Хиль меня, хиль. Полтинник у меня остался. Вижу. Давай, попади, пожалуйста. Обходим, обходим его. Прям вглубь заходим, в тыл. Все, из бочки. Отходим, там граната. Все, ему кинул гранату. Мысли ты жив. Что? Все, забрали. Отлично. Так, радио. А, ясно, просто. Решил перепрыгнуть. Все, спасибо. Так, ну-ка. Все, полечить. Все, спасибо. Так, вот, а, тут было. Так. О-о-оу. А, на улице. Аккуратненько. Ниндзя, что, ниндзя. Что, снимем ниндзя, сразу? Стелс, да. Стелс, стелс. Опа! Стелс не удался! Так, минус один. Снайпер. Все. Где-то... Нет, его пока нет. А в ящиках пусто. Не-не-не, его пока нету. Скорее всего, в обратные пути будет он. Давай. Снайпер. Так, у меня... Вот, конечно, сейчас возьму. О. Стойте, 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 стойте. Все, понял. Там эти солдаты еще. Так. Справа по курсу. Пулемет, я сейчас возьму. Да, ебать. Сейчас все будет. Что так лагает? Ай-яй-яй. Резните. Ну да, блин. А, жесть. Там граната. Ребята, резните. Как? Я сам умер. Сейчас я резну. Стойте. Все, я всех... Нет, почти. Сейчас. Хуй с вами, сейчас добегу до вас. Пиздец лагает. Ну выйди. Так, все, я всех размотал, сейчас я резну. Так, где вы тут? Блядь, от таких жестких замесов. Все. Стой, 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 подхили. Вы где? Все. Уже внутрь, что ли, забежали? Не, подожди. Подожди, нет, ну тут вот. А. Ой, сейчас будет жесть. О, ну я так. Примерно помню, ну, как это проходит. Ой, а я не помню, как оно. Она взорвется, если мы заденем, это больно будет. Очень. Так, подожди. Взорвется? Да, вон, видишь, справа. Взрывчатка. Ну аккуратнее вы, короче, типа. А, какого я ж не задел? Я задел. Блять, ну вы мясо. Ладно, сейчас. Вас, скорее всего, тем... Ну ладно, я вас жду, давай. Нормально, сейчас добежим. Нормально. Видишь? О, блядь. Сука. Так, минус два. Револьвер хорошо стреляет. Так, ну-ка. О, голограмма. О, я вообще в детстве помню, фапал на эту вещь вообще жестоко. Это прям... Прям просто вообще прям. Ну-ка. Неземная. Это дерганая. Материальная. Материальная? Да ладно. Материальная. Я, видишь, ты не можешь пройти с местом. Почти. Ты не можешь стать центром Земли. Печально. Почему? Я центр Земли, пожалуйста. Ты рак Земли. Рак Земли. Пацаны, так. Нам нужен этот чувак сканирующий. Офигенный. Так. Что там слух? Ученые есть у кого-нибудь? Ученые а нет. Он этого может резнуть. Зачем? Она же открыта вроде. А давай его подним. Открыто же. Привет. Так, тут, а он, тут он... кнопочка, ребят. Чё? Давай, жми. Пуск. Чё? Полетели? Поехали? Шахтуем. Он взмахнул. Эх, эпизод 2 напоминает. А, мы последнюю. Да. Прям... Только там было немножечко. Сразу светло как днем стало. Ну-ка, выйти мы не можем? Блин, жопа. Тут, конечно, ускорение суперское. Ну да. Равномерно. И телепортация прям зашибись. Не, ну прям все зашибись. Там же по законам механики. Слушайте, а камеры рабочие эти, а? Отчасти. Знаю. Не, смотри, дверь-то открыта вроде. Ну, вроде рабочие. А, да, нет, не рабочие, там турели же у нас стояли. Да вот если это... я даже там буду стоять и прыгать, мне кажется, она не рабочая. Не, там же, мы же оставили турели, а тут не видно, что они есть, я думаю. Какие турели мы оставили? Ну, там же были внизу, мы одну только задели. А там еще было три турели. Ну, когда мы проходили? Ну, так, погнали? Знает. По-моему... Так, вообще снайпер, да? Нет, нормально. Не, нет, этого гондураса. Так, level change, понял? Level change.
Узяк. О, опять загрузка. Не, ну зато поменьше их. Это тоже радует. А то, если как в оригинальной, то это вообще бы запарились. А смотри, заблочили дверь. После того, как загрузилась игра. Ну, специально. Так, survival. Чё там? А. Точно, я все забываю его отключить. О, тут гранатки. О, это моя любимая вагонетка. Это просто босс вагонеток. Я только печаль, что она сразу... Ну, сейчас. Сейчас, сами... пацаны, сейчас профессиональный летчик вам это. Так, стой, все ждем. Все залезли. Все. Можете кто-нибудь сверху, кто-нибудь раком, кто-то боком, ну, чтобы выпрыгивать было и прикольно. Так, давай, на меня. А, не, подожди. Ты башкой не зацепишься. Мы сейчас будем вообще лететь на угар, прям вообще. На пролом. Так, давай. Ну-ка, на максималку. Полетели. Сука, застрял. Ай! Постойте, подождите меня. Сейчас раздавим. У меня 25 хп, да блин, я еще застрял. Чё ты ёбнулся? Зачем ты выпал? Всё? Случайно. Ещё, у меня 55. Вылечился? Да. А меня не задевают. Всё, пацаны, нет пути назад. Ой, ё-моё, меня задел. Мама Мия меня раздавила. Всё. Ай-яй-яй, 12 хп, что за нах? Ты чё, улетел? Так чё, куда прыгаем? Тут просто два же пути есть. Я не помню. Я знаю, куда надо, но мы сразу туда пойдем или на другую? Если вот туда прыгнуть, то там еще есть другие. Сюда мы поедем. Если честно, давай? Не помню. Тогда сначала вас. Ну, да. Сюда прыгаем. Вот. А вы где, ребята? Я на другой стороне. Мы то есть на другой стороне, а? Мы ну влево. Ты должен... Сейчас я приду как-нибудь к вам. Ты с той, которая где кран какой-то или что я такое упал? Ну, поближе к этому, к двери, откуда мы пришли. Да, а я наоборот за этой. Ну вот надо как-то найти, там, по-моему, бочки должны какие-то быть. Сейчас, я не знаю, как к вам попасть тоже. У меня просто 12 хп, сними. Сука, я тут в пизде. Плаваю. Так, я запутался, где я? Ух ты ж, блин. Я вылез где-то. А, там, скорее всего, подняться надо. Я уже дошел до арбалета, вы где, пацаны? В смысле, до арбалета? Так я тоже иду тогда. Не, просто... Ребята, где этот арбалет, а? Да потому что на другой стороне, я тоже могу к арбалету подойти. Ну, это... Давайте к арбалету подтягивать. Короче, от кислорода... Ой. Сейчас скажу, как... Сейчас, кажется, я смогу туда попасть как-то. Возможно. Аккуратненько. А, может, дверь. Может их убить сразу? Давай. Потому что мы сейчас, если плавать будем, они нам мозга заебут все. Не, кстати, вот ту не надо. Вот там можно... Хотя внизу есть. Там можно не париться. Ну ладно, давай. Все, погнали. Блять. Что-то намалевано. Так что, по тридцатке опять? Так, ничего, на 38 зарядим. 30. А где арбалет, кстати? Арбалет снизу будет, вон в клеточке. Кто каскадером будет? Давай я. Давайте вместе. Да не, я со стороны посмотрю. Окей, тогда дай мне пройти. Запрыгните. Запрыгивай внутрь. Так у него одного... А, смотри, там 7 арбалет могут дать. Погнали. Ё-моё, арбалет хочу, где он? Где? Ну, куда он упал? Каскадёры. А, я получил, всё, отлично. Ну, все, давайте побывай. Мочите, я это, рыбак, я сверху буду смотреть. Ё-моё, она взрывается ещё. Ай-яй. Как там рыба? Что-то у меня подвисает рыба, я сейчас наверх лучше выйду. Это наверх поднимись. Ну-ка, я покажу. Опа, я её видел. Сука. Эх, блять, соскочила. Сука, пиздец, она читерская. Вообще. А погнали тоже спускайся, там уже нужно открывать дверь снизу. Черт, я помер. Как так, ты в клетке застрял, что ли? Нет. А ты вон, смотри, она подохла. Селедка всплыла первая. Так. Все, погнали снизу, вниз. А у меня арбалета нету. Да не надо, там внизу. Все, погнали, нужно это. А как она? Куда? Че она сдохла-то? Да все, мы ее пристрелили ее. Да. Че она сдохла? Задохнулась, блядь. А нельзя было сразу ее пострелить. Ну так мы пытались. Может, с первого раза ты. Ух ты. Дверь. О, level change. Хорошо.
Бля. Так, подожди, хилочка, хилочка. Все, напомню. Тебе не надо лечить? Подхилим, блин. Все, спасибо. Так, погнали, все помню. О, вот это вообще. В принципе, уже не тратить на них патроны, я думаю. Два что-то должно быть. Так. Да. Йоу. Так, чё, кто первый прыгает? Давай я. Да блин, у меня никогда с первого раза не получается. Я же говорю. Блин, ну... Рыба, что ли? Да нет, вот у меня никогда с первого. Рыба? Погоди. Там даже две, наверное, рыбы должны. Давай, ну-ка. Я ловлю тебя. Да, со второго раза. Так, ну-ка, отойдём. Да чтоб тебе. Ждём. Ну, прикольно они, кстати, придумали с полу. Я что, Майкл Джексон. О, каскадёром. Там так. Туда, вон, в ту. Да чтоб тебя! Там электричество, значит, туда. Как ты ёбнул? В смысле, ты упал, что ли? Так это скользкая зараза. Чё, туда, в эту, прыгаем? Да. Как бы не бесперспективно, что меня током трахнет, я не хочу. Не, ну вот сюда, вправо. Ну тогда я с разбегу, ну-ка, поберегись. Поберегись, бля. Ой, там селедка большая. Ну, селёдка... Да блин, ну что, пацан, ну... Пиявки кусаются. Давай догоняй, я тут не намерен жить с пиявкой. Ё-моё, тут мяукающее животное. Погнали. Кого? Ну, курица. Ну, курица. Она все время мяукает, я её мяукаю. Да блин. Ты еще не можешь... Давай подождем. Там же лестница. Да ё-моё. Так, чё? Ждём, ждём, ждём. Так, подожди, хилл. Перекуриваем. Да что такое, блин? Ну, да ёма. Не, иногда автоматически включается. Так, где он там появился? В смысле, ты не можешь попасть в дырку, что ли? Да. Да, блин, я еще на ровном месте поскользнулся. Да-да, погнали. Ствольно, человеческую многоножку. Так. Так, смотри, что там есть. Что я сделал? Оба-на! О, тут постройка есть. Только у меня, как всегда, автомата нету. А, так вот откуда. Электрический тут провод. Вот, если бы так прыгнули, аккуратно, не рисовать. А дрончики, это хорошо. Так, что, прыгаем? Так, ну давай, мы за тобой. Давай. Да ё-моё! Ух ты ж! Блять, что ты хотел в захлопывающуюся хуйню запрыгнуть? Да. Ну, заебись, тебя пораздавило. Вот что я хотел сказать. Да сука, лагучая. Слушай, ты... а, ну. Я успел. Да, о, тут это есть. Две штуки взял. Сука, дергается, ебать, урод. Удобно. Так, все, я перепрыгнул. Так, лучше. Так. Давайте. Хуяк. Да ё-моё! А, нет, ну, я думал, упал. Лестница есть. Запрыжнул. Чё, где там? Он там в лестницу. А, так тут на лестнице. Там же не просто... Ой. Не просто ж так, там ящики стояли. Так, все. Ну, хорошо, подгрузки нет. Ой, это холодильники? Да, это похуй. И нахуй холодильник. А, вот кстати, только недавно начал замечать то, что он забирает КПшечки. Сейчас 30-ку надо подбить. Все, у меня 30-ка, он еще есть. Че, никто не больше не пишет? Нам, наверное, надо взять с собой профессора, он нам что-нибудь полезное. Так, кто у нас тут слог КПшки? А, так, вот открылся. Куда он бежал, еблан, блядь? Завис. Да, ёб. Да, вот костюм снимается. Заряды. О, ладно. Я бы в майке там бегал и не потерял бы ничего. Ну, а, блин. Они же все американцы такие. Тепло. Спасибо, Кэп. Минус 2, все пиздец, я сейчас умру от холода. О, ладно.
теряй патроны. Так я по нулям. Нам скорее всего... Подожди, а, там хер кто откроет эту фигню. Так, сейчас же ниндзя будут. Оооо, вот это я не люблю. Там со мной не спутают. Так, никого хилить не надо. Блять, тебя сейчас будем убивать. Сразу его валите. Ну-ка, сейчас, надо сразу убить. Чё? Ну я серый, они вроде черные должны быть. Вон сверху, сверху есть. И вон там еще. В смысле, они невидимые, что ли? У меня не показывают. Блять, ты самих себя не видел. Ох, сука, в натуре они невидимые, заебись. Не, раньше-то... Ну это же реалистик. А. Ну да, ну, все невидимые у нас. Так. О, с них патрончики. С них арбалет падает. Не арбалет, а патрончики. На арбалет. А у меня нет его. Пизда их. Так, тут рычаг. Я открываю. Все, дверь открыл. Погнали. Не вижу. Так, куда нам дальше? Все, тут дверь снизу открыли. Подожди, сейчас, подожди, не иди туда сейчас без меня. Да нахрен ты там колупаешь, ты сейчас все свои патроны продюкаешь. Чё, да я сейчас умру. Блин, я сверху. Тебя убила сейчас, баба. Тресните меня. Юмок, где она? А, все, забрали. Сучара. Так. Погнали. Да так, вам воду открыл. Так, там, говоришь, можешь тоже вперед бежать. После вас. После меня давай. А почему они? Кстати, еще в игре метро 2033 я видел это. Такая же фигня прям. Один в один, можно сказать. Тоже заходишь в комнату, все пиздец. Не, я только 34-й проходил. 33-й читаю сейчас. Да не, я это... Как? Ты не играл в 33-го? Я 34-й только прошел. Ну, и то с плохой концовкой, печали. Поиграй в 33-го, она по хардкору. Не, я играл, а потом там где-то дрезина переворачивается, у меня там все зависает, у меня потом загрузка перестает работать, и я перестал. Решил прочитать. Быстрей, 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 блядь, сука. Тут ломик, ребят. Хотя бы не раздави. О, там их анализал. Компьютеры, компьютеры. Так, я упал. Ай. Тут level change. Юман, все. Тут level change. А че у меня фонарик не работал? Level change. Level change. Куда мой фонарик делся, а? Добрали. Собрали? Печаль. Не, у меня есть. Да? Я говорю, у него кнопку F забрали. Не ври, я сейчас обязательно тебе тыду эту кнопку F засуну в гланды. Так, что тут? Фу, страшный, блядь. О, я люблю эту хренотень. А вы куда убежали? Дальше, вперед, беги. Ой. Что там, стекает? Да, чистая физика. Плотность дерева намного меньше, чем воды. Погнали. Пацаны, а, тут... а если вы будете внутри, а я воду включу, к вам потечет, интересно? Не знаю. Вы сидите в трубе там? Да, сидим. Там же лестница. Блин! Есть. Зачем вы... Зачем вы все спрыгнули, если это, тут лестница? Дайте мне хило. И, сидите, и сидите тут, смотрите, потечет, не потечет. Еще меня подхили? У меня больше нет. А-а-а. Закончилось. Да, я чуть дважды не упал. Да уже вроде. Все, смотрите. Ну. Смотрим. Ах ты манда! А ну включайся. Че не включилось? Пиздец, она не включается обратно. Вот говняцкая установка. Ладно, пойдем. Жопа. Еще и безоружная. Так, все, у меня отрезались пару хилочек, давай. Ну я ноклипом сюда залазил. Надо спасти этого идиота. Ладно, его проблемы.
Чего там? Сожжешь? Да. О, тут патрончики есть. Yes. Оба, радиоактивные. Подожди. О, куколь. Твои команды. Так, дождь. Дождь. Из органики. Так, что тут? Так, тут язык еще один. О, прыжки, это я люблю. Так, тут ничего. Тут прыгать сейчас будем, по полной. Так, мы не туда, походу, идем. Язык. Походу туда. Ах ты, пидарас! Смите его. Ах, я отцепи да, меня, твари! Отцепи его, ты где? Блин, меня тут сейчас меня съедят. Все, мне пиздец. Что сделал? У меня патрон не было. Вот манда, он меня еще и выплюнул. Проходи. Аккуратнее. О, смотри, там еще и это. Нет, в смысле, ты что делаешь? Можно мой язык отрубить? Смотри, он хочет меня съесть. Че ты о чем? Смотри, он язык поднимает. Оба! Ой. Я пролез. Ты ему по языку дай, он берет. Ты ему даю по языку, он ничего. Закрыто. Так, все, погнали, мы не туда идем. А тут тоже закрыто. Все, это тупик. Это тупиковая ситуация. Так. Аккуратнее там. А здесь никак? Никак. А там никак, там за. А, ну да, нельзя пройти. За гагуля. Значит, назад. Так. Вот лестница есть. По мясу надо. Радиоактивному. А, ну да, начнутся радиоактивные скачки. Тюмаю! Так, я немного себя покалечил. Ой, твою мать, что там падает за хуйня, плюс еще и лагает. Блин. Да блин. Так, я до 78 просел. 74. Че, прыгаем? Че, да конечно. Это все херня. По сравнению с там. А-а-а! Вот ты проститутка играешь. Вообще. Блять. Пиздец. Сука, слов не хватает. Теперь я брожу среди этих долбанных долбанных. Где тут подъем наверх? О, я открыл одну дверь, которая. Блин, ёпта. Да не, вот что там не ходи, потому что можно запутаться легко. Я уже на свои на себе почувствовал брождение на полтора часа. Ох, ё. То что ж так лагает? Да, кстати, немного проседает. Попросил. Да у меня там рабс. Опять. Не, у нас тоже, я смотрю, сейчас 240 поднял, все бы. Ё-ма. Ты что, трубу сломал? Надо. А. Подожди, мы его не ждем? Да, жди меня, я вернусь. По трубе я пройдусь. Куда уже? По трубе у свинтили? Да, 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 да. А, ну на мана. На мана. Так, сейчас. Раз, два, три. Раз, два. Ой, бля. Я искупался в этом. Я даже и не пытался. Да стой ты, ебаный в рот, я пытаюсь тебя. Да-да-да. Че она не лечится? Подожди. Вровень. А, здесь, здесь, здесь. Да все, все, все. Все. Все, че, погнали. Да ебаный в рот. Опять ТП шнул. Погнали. Конвейер. Точно. Ё-моё, вентилятор. Оп, стоп, 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 да. Наверх, наверх, наверх. Ты ё-моё, она не хочет. Да что ж ты не выплываешь? Что заедает, пань? Так, тут горячий воздух, аккуратнее. Как ты понял, что он горячий? Ну, в смысле, там же огонь сверху. А, понял. Какой он еще может быть? Блять, не припизнуло бы. Так, где я? Так, я не туда, походу, вышел. Там курица.
А мы с Ловиком. Мне револьвер дали. Тут револьвер лежит. А, заебись, мы кружок навернули. Так, тут взрыв пакет есть. Так, тут можно дверь открыть. Ты далеко был? О. Я дверь открыл. А, бля, сейчас, сука. Меня раздавило. А там дверь будет. Посмотри. Блять, меня раздавило. Говно, жопа, говно. Сейчас догоню по центре. А. О, здрасте. А, нам сюда. Вот, я открыл. А, нет. Ты куда пошел? Соснет. Вон, я открыл. А зачем? Ну, в смысле, вот сюда сразу. А, ну давай. Я уже открыл. А, ты уже до про этого дошел. Да. О, заебись. Так, все. Так, снизу. Короче, я торможу, а вы залезайте по очереди, окей? Ну, окей. Так, так, мне нагнули патроны. Так, погнали. Скажешь, когда? Ну, давай ты считай на счет три будет. На счет три. Раз, два, два, три. Три. Так, вот, хорошо, пошло. Пошла, пошла. По крайней мере. Что она там будет возвращаться в исходное положение? А, будет. Блин, заеб... О, а? Вовремя меня чё... телепортнуло. Ля-л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 я
Не, ну, ну. Всех размазал. Вот этот пояс, мой нелюбимый. Напоминает это. Да? Чип и Дейла серию, блядь. А, точно, надо было на него прыгать. Ясно. Размазал. Чип-чип-чип и Дейл. Нам спешат. Так. Я уже никуда не спешу. Уже не спешат. Да, как-то они, блядь, странно шевелятся. Раз, два. Раз. Раз. Опа. Раз, два. Три. Раз, два, три. Отлично. Все. И раз, два, три. Раз, два, три. Оп. Умный человек просто. Оп. В жижу. В кашу. Оп. Да тут нормально. Ну куда? Да я. Снешься, упадешь вниз, будьте. Я как-то один раз упал, потом не поднялся. Не, ну нужно конвейер же, а не... Конвейер бесконечный, по-моему. А, тут надо, знаешь, куда? Вот сюда. Или... Ой, ё-моё, тут огонек маленько поджарит. Нет, не сюда. Румянец. Так, вот тут. Вот, вот, нашёл. Стоп, мы чё? Тяжечка. Аккуратнее, там растяжка должна быть. Вы в мясо залезли? А, нет. Есть патрон у кого-нибудь? Ну куда я буду в рот слезть? Выход крабы. А, вон вот где. Ё-моё тоже. Ты где? Всё. Иди сюда, стой. Ну куда? Это надолго. Ну где? Внизу. Ёбаный ваш рот, ну ладно, коза. Спасибо. Чё? Ты чё? Я специально, я быстрее добегу, чем наверх попаду. Ничего не понял. Вот так. Закрыто. Ну-ка, ну-ка. Что-то здесь не чисто на этом заводе. Да тут грязно вообще. Прямого переносного. Так, раз, два, три. Я иду. Да ну нафиг, тут все чисто. А, ну-ка, может в эту сторону надо бежать? Нет, тут тупик. Там растяжечки. Ну и чё? А, так это ж... Ну так как надо взорвать? Так туннель-то он идет в ту же сторону, какой от него нахрен толк? Блин, я тебе... Нет, он не в ту же сторону идет. Уверен? Да, на 100%. Ну тогда я полез. На 130. А, мать твою. Не, она... я с курицей как... не... Вот говноед какой-то поставил посреди этого. Так нету, что ли, у вас револьвер? Да она мне кажется... Ну-ка, я вот сейчас докажу это, блядь. Сейчас вот залезу. А, нет. Я же говорю? Нет. Вот... Так, я куда-то тоже иду, я не понимаю, куда я иду. Так, куда-то короче, иду. По-моему, надо сделать Аллах Акбар. Да чтоб тебя. Че, взорвешься одни? Вот я никак не могу ни пропрыгнуть, ни перелезть, ничего, так что сейчас с разбегу. А хотя тут разбег ты не возьмешь. Да, кстати. Ай-о! Ну, кто-то должен пожертвовать собой, чтобы взорвать. Потрачено. А, не, еще, может, не потрачено. А в принципе, можно об нее. Стой, подожди, взорвайся тогда подальше. Да, ну-ка, сдрисни. Короче, нужно бежать по этим конвейерам, да, и все. Мы разрядили. Только там еще есть одна. Это уже по твоей части. Это я уже. Да блин, я...
Я прям на самом этом. Я не могу на нее запрыгнуть. Я хочу на нее. Нет. Че, взрываюсь в нее? Ну, взрывайся. Сейчас попробую выжить. Опа! Я перепрыгнул ее. Ну и значит, я сейчас перепрыгну. Так, а куда мне? В первую или во вторую? Она сразу. Там, где широко. Че? Тут пощавал. Сейчас я иду. Нихера, я прям печь перепрыгнул. А, в принципе, тут заворачивается. Ой-ой-ой-ой, ребята, как мне с этой... Тут с приседом попробуй перепрыгнуть, если не перепрыгнешь, хотя бы... Мину потечь. Перепрыгнуть. Ну я же перепрыгнул, как ты видишь. Блин! Ясно. А, я почти дошел. Зато чисто. Зато чисто. Не, я не понял, как я перепрыгнул. А, вы тут, ёпта вашу мать. Это, а где это? А, он взорвался. Да. Чтобы тебя очистить путь. А, ну хорошо. Так, давай подождем его. Давай, я пока подхилю. А если я коснусь в обратную сторону ролика, интересно, что будет? Ты умрешь. Да ладно. Да. Реалистик, вот смотри. Манда! Он же крутился вообще не в мою сторону. На них что, шипы или жопа? Капец. Шипы или жопа. Ладно, хрен с ним, можно так стоять, а можно вообще. Че, мы ждем? Да. Пойдем. Юма, и не туда. Я хочу увидеть это собственными глазами, как он будет паркурить. Паркур маста. Да блин, ну чтоб тебя. У меня было одно хп, и там бомба стояла. Прыгай. Погнали. Пиздуй вперед. Давай. Ты пошел. А нужно в левую вроде бы. В левую. Ты уверен? Да, на 100%. Поверь. Да, мы сюда. Охрани, только подойти, не попадите. На счет три. Теперь раз. Надо попасть. А, три, погнали. Да блин! Размазан? Где твои объедки? Везучая какой. И блин, все по новой. В смысле, опять заново? Да, опять с тех самых. Может, какой-нибудь чекпоинт будет? Или change level? Тут change level, давай. Мы уже загрузим сразу. Давай. Не бежал. Полезли дальше. Что-то у меня куда-то дробаш пропал. Так, надеюсь, сейчас не собачки эти. Сейчас я только захожу. Да ё-моё, что такое? Всё, вместе залезаем, что ли, малыш? Аккуратней. А куда? Наверх? Жесть. От тебя одно мясо, Уля, осталось. Я назад. Хиль меня. Быстрее, вылечи меня. Ё-моё, я тут же резаюсь. Ебать, мой хуй, ну-ка. Я их попытаюсь всех вырубить. Вон, пистолет же у нас есть. От назад! Я в собачке зарезался. Блин, ёшкин кот. Так, все, дисконнект на себе. Мать! Блин, чё это? Два хп, ребят. Посреди них. Сука! Что-то не блять, реалистик, ёбаный, я нахуй. Что, мне хамать, что ли? Да какого хрена? Так. Заткни пасть. Все. Ё-моё, у меня что-то не подключается. Кто? Банан, вот он тебе. Ну вот смотри, вот это взрываем штуку. И хоп. Бум. Чё? Ха-ха, видал. Красота. Это называется годы игры. Half-Life. Всю остальную жизнь я буду выяснять, что там взорвали. Оооо, вот это пал. Чё, откроем его? Ну давай. Раз, два, три. Ой, нихера он мне вдуплил на полтинник сразу с одного удара. О, так мы в комплексе лямбда, мы уже близко. Да не в комплексе, мальчик. Нам еще через пустыню пиздюкать еще. Не, подожди, я... А, да, это мы в комплексе. Не, подожди, это уже есть, взрывалка. Да ты что тупишь-то? Давай его. Да хуй с ним. Вы что? Сейчас ты познаешь силу электрошока. Ну-ка встанешь, чтобы на видное место было видно. Ага. Где ты? Я не вижу. Где он? А, не, это еще слабенький. В общем, если видишь такую клетку, не надо заниматься хуйней. Спасибо. Ну. Еще одна комната. Кстати, а почему тебя распидорасило? Там же вроде только по клетке. Странно. Не, там вообще по всей комнате. Ну-ка это, давай его. Блин, ты еще встал на проходе, я пытаюсь убежать. Подлечи. Это, давай это. Ждем фурика. Все, поехали потихоньку. О, мне дали
пулеметчик. Прям потихоньку. Так. Тут прям вообще спешить. Вот, вот этот топ. Погнали. А надо его взять. Ты идите, идите, да. Я его возьму. Пусть он со мной ходит. Сука. Так. Тут. Глупый гандон, иди сюда. Ё-моё, на мале. Так, еще два. Вот. Ну все, мы всех раскрыли. Там дробаш. Дробаш, дробаш, дробаш. Мы идем. Где дробаш? Костюм будете? Да. Да, да, да. Тут где-то дробаш должен быть. Почему дробаш? Че, куда идем? Костюм бери. А, ученых сейчас спасать надо. Дробаш я уже взял. Так, все равно 30-ка. Погнали? Давай, давай. Так, закрыто наверх. Парни, мать. А может там посадим друг друга и так и пройдем? Ты чё тупишь? Нет, так нельзя. Там специальный левел ченч внутри. Да, да, там он в этом в дверях. Что? О, так подожди, давай сразу. Подожди, давай. Открой в комнатку, в комнатку. Следующий. О, начала. О, сейчас всех. О, там снарки, отлично. Ну да. О, размазал. Я видел, короче, мод, они там это прыгают и это кричат: "Ты засахуй, ты засахуй, ты засахуй". О, он нам открыл. Ну, мы это сами могли сделать, дурак. Болеть? Ну-ка. Кстати, как он живой остался, я не понял. Ну, так, кстати, я тоже не понял. Ну ладно. Он уже с нами пришел, ладно. В смысле, я его веду, я его специально ждал. Все вниз. Плотно. А там и чё? А так, подожди. Так, вот сюда. А там, по-моему, обратно вход. Да разве? Да только не закрой себя, тут он с другой стороны. Так, не взрывай, не взрывай сейчас эти. Какого? Тут растяжечки. Ну-ка. Надо вот так, чтобы сразу. Подожди. А-а-а. Вот так. Блядь, где мой парни, нахуй? И вот тут. Вот так, чтобы они сразу взорвались. Мы не парились. Еще раз, только не задень, пожалуйста. Все, погнали. Наверх. И теперь можно взрывать. Взрывается там что-нибудь. Вот это, сейчас. Опа. Ну блин, он не умер. А вот он тоже не умер. Пусть они дерутся. Кто? Тоже никто. Бля. Парни, ёб твою мать. Мы всех забрали? Да. Так. Поздоровье. Где мои парни? Где ты? Стой. Ну подожди, ну. Чё? Остановитесь. Да все уже, все нормально. Нам в другую, наверное. Да, да. Ну куда? Там же взорвали. Где? Чё? Куда пошел? Ну вот они взорвали же. Взрывчатка. А, вот он, хирург-то. В Блэкмезе он покрасивее выглядит. Да. Аккурат. Ну давай. Ну ты в натуре бессмертный. Дерьмово. Так они не думаю. Зашибись. Где мой парни? Где мой парни? Подожди, а сейчас Гаусс пушку дадут. Это не Гаусс пушка, это Тау пушка. Это газ, пушка. Сяо пушка, блин. Тау пушка, она работает на частицах ТА и точка У. Ладно, как хочешь. Я не как хочу, это так она и называется, потому что. Ну в смысле, она же вроде в оригинале газ пушка называется. Чувак, вот скажи, во второй части на баге, что у тебя закреплена за пушка? Ну там Тау пушка. Ну вот и это тоже Тау пушка, если что. Я понимаю, что не похоже, подожди. Это одно и то же. Да. Стой, сейчас займемся. А, тут же лазеры. Кости. Первый 80%. Лазер запущен. Иди сюда, тут у нас Тау пушка. Где? Да вот. Бля, я боюсь, бро, тут собаки, я не туда зашел. А, не знаю. Пойдем, вон туда, вон там пройди. Че, они взорвались уже там, ученые? Да, все уже. Вот долбоёбы. Я помню, как они в Блэкмессе там смачно пизданули, это вообще жесть. Да, кстати, там вообще. Там не, ну в Блэкмессе там
уже побольше так, возможностей в игровой. Я включу. Так, подожди, все получается. А, где основная комната с лазером? Вот там омега-лазер, все. Подожди, не включайся сразу. Это двоичный лазер. Так, открыли стену, все? Да, все, поставим. Пиздец. Опа. Блин, надо в горизмоте такой сделать. Хорошая вещь. Так тут по скриптам, скорее всего. Она так. Так, что там? Так. Предлагаю, так, что... предлагаю с разбега. Предлагаю не грохнуться. Ай, ой, ой. Ай. Все упали. Да. Погнали. Так, тут хирург. И два ученых. Че, кто полезет? Я. Я есть. Я вызываю на бой эту хуйню электронную. В пизду тебя, понятно? Чик. Все. Все нормально. Берем одного. Так что тут? Проходите. А, я одного, и ты одного. Давайте всех выведем, ебаный. Хорошо. Только если они пойдут, еще кто-нибудь. Да, есть. Все. Просто все. Я помню, иногда они просто... Блочат... Подожди, а не снизу? Все, куда? А, туда. Так, негр что-то там застрял. А пусть негр, что нам одного хватит, один же открывает. Так, и нам налево. Так, подожди, идут? Не идут, смотри. Да идут они просто очень медленно. Почему? Давай, иди сюда. Это твой или мой, я не пойму. А, все, мы подошли. А в Лакмезе тут такой замес, после того, как видишь. Я на харде проходил. Костюм. Че, на тренировке я же заправился. Че, погнали, а то она сейчас закроется. Давай, заходи. В смысле, че она не хочет крутить? Все нормально. Ёбаный, сука. Смотри, стекло-то не вместе с этим. Ой, бля,